Всем привет, меня зовут Галя, и сегодня я покажу, как я занимаюсь спортом с дочкой. Когда я включаю видео с тренировкой, Катя всегда старается переключить внимание на себя, поэтому я беру ее с собой и делаю упражнения вместе с ней. Выполнять упражнения получается, конечно, не так качественно, как без нее, но тем не менее сделать что-то лучше, чем не сделать ничего. Поэтому я беру дочку на руки и стараюсь выполнить хотя бы какую-то часть упражнений. Где-то Катя залезает на меня, где-то мы с ней вместе дурачимся, но иногда она просто садится и повторяет упражнения вместе со мной. Девчонки, не откладывайте свою жизнь на потом. Старайтесь делать то, что вам интересно прямо сейчас, независимо от обстоятельств и возраста ваших детей.